Праздники закончились, ярмарку закрыли, елка разобрана, а срубы увозят на заслуженный отдых. Но часть развлечений останется с бельчанами до весны. Каток и аттракционы на центральной площади будут радовать жителей до 1 марта. На катке нам рассказали, что их работа зависит от количества клиентов. В планах работать до 1 марта, но могут закончить и раньше. Каток будет работать до 1 марта, потому что слабо с клиентами, не так, как в прошлом году. Редко патинуары, пандемия стоит, еще вас страшно. Часть горожан хотела, чтобы новогодний городок продолжал свою работу и считает, что этот вопрос надо решать после консультаций с горожанами. А кто-то предлагает оставить праздничное настроение на весь год. Ну пусть поработает, потому что не все успели еще. Ну, хотя бы после 20-го. Но не сейчас, это очень рано. Европа и все страны мира, я еще не везде там был, но где был, там это круглые годы просто находится уютно, красиво и цивилизованно. Даже 1/7 от этого объема 24 срубов оставить и аккуратненько увести за подлицо с проезжей части и оставить на пожизненное. Но другие бельчане согласны с тем, что время собрать елку уже пришло. Пускай уже собирают. Уже пора, конечно. Можно собирать, почему бы и нет. Да. Конечно, все отпраздновали. Не, нормально, праздники закончились, люди вышли на работу, я думаю, что нормально. Все праздники до 15-го, ну, до 15 января. Наверное, люди взяли свое. Напомним, что новогодний городок начал свою работу 20 декабря, а торжественное открытие состоялось 24 числа. Бельцы были последним из крупных городов Молдовы, в котором зажгли елку.